Всех приветствую! С вами Залим из магазина «Первая коляска». И сегодня хочу я вам рассказать колясочку от компании «Рант». Модель называется «Beat Air». Данная коляска интересна тем, что она является всесезонной. Рассчитана для детей от 3 месяцев и примерно до 4-5 лет. То есть это до 22 кг веса ребенка. Коляска интересна тем, что довольно-таки широкий, хороший функционал, большое спальное место. Ну и давайте начну рассказывать все по порядку. Начну с ручки. Ручка здесь из приятной эко-кожи. Хват такой довольно-таки мягкий, приятный. И регулировка имеется здесь по высоте от 77 до 110 сантиметров высоты от пола регулируется ручка. Козырек в штатном исполнении довольно-таки неглубокий. Но за счет дополнительной секции в козырьке, который расстегивается молнией, мы довольно-таки глубоко можем закрыть ребенка. Также отмечу, что есть окошечко. Окошечко здесь выполнено сеткой и закрывается секция магнитиком. Спинка регулируется в трех положениях. Можно выставить рычажком полулежачее, либо лежачее положение. И, соответственно, это очень легко регулируется. Подножка также регулируется по высоте. И длина спального места здесь составляет 85 сантиметров. Отметил бы, что в тыльной части козырька или текстиля здесь есть секция, которая закрывается на молнии, и можно приоткрыть и закрутить. И здесь останется у нас сеточка для того, чтобы в теплую погоду у нас была вентиляция. По поводу безопасности ребенка. Здесь имеются внутренние пятиточечные ремни, которые имеют мягкую накладку на плечевую зону ремня. И также есть мягкая накладка в паховой части. Отмечу, что есть перемычка, которая на кнопочке фиксируется за бампер. И сам бампер выполнен из такого же материала, как и ручка. То есть такой же, такая же эко-кожа будет, которая имеет возможность откидывать. Можно с одной стороны снять, либо с другой стороны. Багажничек здесь довольно-таки просторный, глубокий. Но отмечу, что доступ к нему довольно-таки ограниченный. То есть вот эти перемычки, перекладины, они довольно-таки сильно ограничивают доступ к багажнику. Но сам багажник, если туда что-то положите, здесь много чего поместится. То есть я думаю, рассчитано на то, что... Что-то объемное сразу одним ходом не положите, но мелкими, наверное, порциями можно загрузить очень прилично. Отметил бы и колеса. Колеса здесь надувные, что задние, что передние колеса. Диаметром передние колеса 18 см, задние 25. Отметил бы также и хорошую амортизацию, за счет чего и очень удобно коляску использовать и по бездорожью, и зимой. То есть довольно-таки хорошая внедорожная коляска получается у нас. Отметил бы, что довольно-таки разумные деньги. В комплектацию данной коляски входит накидка на ножки. Накидка на ножки довольно-таки интересно выполнена за счет того, что, ну, во-первых, конечно, свою функцию выполняет за счет того, что плотно закрывает ножку ребенка, фиксируется на липучках с двух сторон, слева и справа. И чтобы каждый раз не снимать, есть возможность на молнии подстегивать посередине накидкой и, соответственно, отстегивая бампер, усаживать ребенка. То есть липучки, чтобы каждый раз не приходилось снимать. Интересное решение. Максимальная ширина колесной базы, кому важно, у некоторых возникает проход в дверные проемы, либо в лифт, здесь 56 сантиметров. Ну, на самом деле, практически везде проедете, довольно-таки компактная колясочка при этом. Складывается коляска, отжимаем сначала два рычажочка с двух сторон, и вперед, убирая ручку, складываем вот таким вот образом. Фиксатор отдельный, он имеется, и отдельно фиксируем. Коляска весит 10,9 кг, чуть меньше 11 кг, что вполне, опять-таки, комфортно для такой уверенной вседорожной коляски. И в сложном виде можно поставить, но будет стоять на ручке. Что отметил бы, резюмируя про данную коляску? Коляска действительно получилась очень классной. На самом деле,
для, если у вас цели выбрать хорошую всесезонную коляску, но при этом за недорого, этот вариант, на мой взгляд, даже прекрасно подойдет. Ну, конечно же, конечный итог, в конечном итоге выбор будет за вами. Более конкретные цифры в плане характеристик вы можете увидеть внизу в описании под данным видео. А я с вами прощаюсь. До свидания.